очень сложно будет обойтись без слов, без мата, но как смогу, так смогу. Поехали. Так, проверка записи и пойдем. Самое интересное, что человек, который сейчас будет врать, врать безбожно, вот, который, он, что у него получается так, как обвинить его в том вранье, что он сотни тысяч людей обманул, многие же из них пенсионеры, это же то же самое грабеж уже, учитывая наши огромные пенсии. Вот. Но он назвал это гениально, Южный сад, Южный, и попробуй докажи, продает южные саженцы, вот, и скажи, что это не так, вот, сада нет, есть, интернет-магазин, Южный сад, все по-честному, ну, давайте послушаем его. Добрый день, уважаемые садоводы, сегодня я хочу с вами поговорить, и поводом для этого разговора стало письмо, вернее, два письма. Ну, вот так. От сердитого читателя моего сайта. В основном, конечно, пишут люди по-доброму что-то, спрашивают, иногда даже благодарят. Учитесь к этому талантливому вранью. Вдруг пригодится когда-то. Вот. Ну, наверное, первый раз я столкнулся с тем, что мне написал сердитый зритель, ну, соответственно, это тоже надо реагировать, вот, и будем реагировать. Значит, я сейчас вам зачитаю письма, соответственно, на форму, на контактную форму, там пришел вопрос от пользователя, когда у меня там персик хасанский появился, там, ну, что-то такое там написал, вот ответ, и в ответ на это сразу же, значит, одно письмо, и буквально там минут через 10 там другое письмо. Да? Вот, я вам зачитаю. Значит, первый вопрос. Так. Так, на вашем видео персик замерз по уровень снега. Разве это выдерживает минус 40? Три восклицания. Так, ну теперь давайте сокращать, потому что это тягомотина. Дальше 20 минут он будет говорить о том, что персик-то не замерз у него. Вот, я его уже видел. Персик у него как бы высох. Ну, как белье на морозе сохнет. Ну, что ж делать-то? Ну, высох. А человек, который выбросил деньги, а это что? Ему от этого легче? Ну, это ладно. Дальше здесь будет, я сокращаю это все. Вот это все. Потому что мне очень сложно бывшего друга слушать это вранье. Дело в том, что он дальше опустит в прямом смысле, вот, Бродского Юрия Васильевича, царство ему небесное, вот, заявив, что его персик хасанский, а есть разновидности, выдержит минус 28. Все. Теперь он становится лидером. Чтобы быть чистым лидером, да вы меня железо уже, наверное, знаете, чисто ему надо было сказать, что он был у Железова, вот, а я был персиков у Железова не обнаружил, вот, и в результате он становится после этих слов, он, конечно, со мной спорить и соревноваться не собирается, вот, тем более это чистое вранье, но все, кто 2500 просмотров, вот, 2500 просмотров, 2500 человек ему поверят, что он становится ярким лидером. Это же замерзает просто снег, это плевать, это высыхает. Вот. И он таким образом, как бы сказать-то, сам себя сделал лидером по персикам. Урал Сибирь. Слушайте дальше. Сейчас я про эту вещь скажу следующее. Это очень-очень важно, ребята. Вот. Истоки мошенничества. Где-то когда-то это было... Это было. А, вот смотрите. Это 2013 год. Так, это мои друзья.
Я в гостях у Царства Небесного Ватенкова Юрия Алексеевича. Вот. Вот сегодня старый Новый год. Сегодня поздравляли друг друга с... Кстати, заболел, жалко. Долматов Валера. Вот. И вот его жена Галя, она продолжает его дело. И вот тут получилось следующее. Существуют цифры, я потом вам их покажу, которые точно говорят, что да, 13-й год. И в этот 13-й год с нами познакомился и называется «Влез в душу» тот самый Малько. Заметьте, 13-й год, 10 лет назад. Потом проходит год или два, звонит Латинков. История нашумела. То есть, что я сейчас скажу, подтверждено было тогда еще. Сейчас, какие у меня факты? Просто слова, но тогда еще. Значит, оказывается, звонит Юра Латинков, говорит, Константинович, твоими саженцами торгует Малько. Где он их берет? Я говорю, как где? Где? Вот. А Малько после этого приехал, после этого, это примерно получается 14 год, летом он приехал ко мне, два дня он у меня жил, вот так же ел за моим столом, делил со мной хлеб, вот, копил информацию. Вот, саженцы у меня не было, а были они у Чернобаева, он купил у него. Вот, а это мой казанский перший, который перешел в Чернобаева, все знают эту длинную историю. Вот, и дальше вдруг выясняется, что он торгует моими саженцами, я в ужасе. Моими. А у него же сада не может быть за год, за полтора, это исключено. А в это время ни сада матричного, ни этих, ни саженцы невозможно. Я звоню Малькову. Ты негодяй, ты что это самое? Это что, правда, что ли? Вот. Ответ его меня поразил. Я должен же зарабатывать деньги. Я говорю, ты скотина, ты где саженцы-то брал? Ведь ты же перекупщик, другого варианта нет. Они же погибнут. Ты же всем доказываешь, что это саженцы железного, это самые работостойкие саженцы в мире. Мои, считается. А вот ты же это, ты же мой авторитет, ты же, я жизнь на это положил, а ты что, сволочь, делаешь? Вот так примерно был разговор. Тогда, значит, вдруг мне пишет или звонит женщина и говорит, я хочу купить саженцы у Малькова, подтвердите, что это ваше. Я говорю, что? То есть история-то не закончилась, он продолжал торговать. Так это, я говорю, отскажите, пожалуйста, как выглядит эта продажа? Она присылает мне по интернету объявление. Там написано, что саженцы железного, черным пробелом, саженцы железного и саженцы эти, вот, получив предоплату, привозит и отдает, заметьте, где? Магазина у нее еще не было. На автовокзале, то есть она должна приехать, а деньги она уже уплатила. На автовокзале он ей вручает саженцы железов. После этого я это написал такой же фильм, несколько тысяч просмотров, как мог. Вот. И после этого фильма и появился и вот тот ролик еще. Значит, это было сказано в ролике. У железова нет никакого фруктового сада, поэтому это. Он перестал объявление упоминать мою фамилию, что это саженцы железного. Но отомстил жестоко, подло. Вот. У железова нет персиков. Ладно, сейчас мы будем бороться за эти персики с вами. Но это был такой момент. Прошли еще годы. И вдруг, как 6 лет назад, понимаете, что вот этот ролик, сейчас найду ли я его обратно, нет? Этот ролик. Вот, сейчас, минутку. А, смотрите. 6 лет назад. Откуда 6 лет? Вы донести все читать любви. В 2004 году, в 2014 году он был у меня в гостях. Вот. Тогда купил 2 или 3 персика у этого, у моего друга, у которого мы считаем общий сад. В общий, то есть, это все от моего хацанского пошло, у Чернобаева. Итак, 2015. 6 лет назад, все 2003. 4 еще не считали 2014. 2003, отнимаем 6 лет. В 2017 году он торгует саженцами. А какими?
То есть стопроцентный мошенник. Давайте посмотрим на этого мошенника. Итак, в этом ролике 6 лет назад он расчистил торговую площадку. 28 выдерживает ООО Бродского. Все, Бродского это кинул. Вот подлез. А Железова просто их не было и нет. Это вот здесь посмотрите сами. Вот ответ садоводу в скобках. Опять он сразу скажет. Не сомневайтесь. И вот он, наш герой. Вот. И вот он продает персик. В 2014 году купил 3 персика. Так, если 6 лет назад, в 2017, через 3 года, в стране появился персик Малькова. Вот вы видели? Вот это да. Чтобы фильм был учебный, мы делаем так. Правую мышку нажали. Найти изображение в Яндексе. Давайте смотреть. Откуда взялся этот персик? Здесь есть Русат, это его Русат, сад Малькова. И есть. Окажем, в Альберсе торгует. А теперь смотрите. Хасанский персик. Хасанский персик. Он переименовал, получается. Хасанский персик, хасанский персик. Вот. Хасанский персик, хасанский персик. Вот. Хасанский персик. Ну и это тут получается так. На Украине им торгуют как хасанским персиком и персика Малькова. То есть он стал международным, ну как бы сказать, величиной, нет, международным мошенником, международным авантюристом. Еще раз говорю. Вот это все неправда, а самое интересное впереди. О, ребята, что вы тут увидите сейчас? Давайте заглянем там, где я подготовил для вас это. Вот, разоблачение это. Это не просто личные счеты. Хотя он подлец, хотя он подонок. Но это не личные счеты. Он 1000 людей ограбил за эти годы. После этого он еще 6 лет торговал. Да как торговал? Вот. Вот смотрите, заглядываем ко мне. Вот этот человек, у которого... Я разоблачу в конце его... этот самый интернет-магазин. Вот. Но чуть позже. Итак, персики, персики, персики. Вот это все персики у Железного. И вот тут я сделал такую хитрую хитрость. Дело в общем, смотрите, вот я сейчас возьму, вот так вот сделаю. Видите, высветилось. 6 сентября 2015 год. У меня не было тогда на фотоаппарате. Это мой фотоаппарат. Вот моя жена. Вот. 6.9.2015 год. Вот моя физиономия. Все по-честному. 15-й год. А ты когда это самое объявил, что когда ты у меня был? Ты сам объявил, что ты у меня был. Ты не мог раньше, чем был слет. А слет был 13-й год. Я показал наших ребят. Вот этих, с которыми я слет проводил. Так. И в Челябинске. И получается... Ты меня в 2014 году сад не увидел. Не увидел? Сейчас. Вот. Ты этого не увидел. А зачем? Тебе надо площадку торговую расчистить. И тогда вот с этого момента я сделал так. Чтобы не было. А вдруг ты где-то это... Я что-то набрал с цифрами. Смотрите. Вот это вот. Мы едем все подряд. И как я фотографировал, так фотографировал. Внимание. Итак, вы видите на экране персик? Линейку видите? Вся страна знает, что это линейка Железова. Она разоблачила около 200 фальшивых таких же подлых плодопитомников, которые основаны, привозят кучу мусора, фотографии из интернета. Вот эти фотографии, это мои фотографии. Видите линейку? Это мои девочки, видите, вон внизу. Это мои девочки. Вот. И тогда я что сделал? Когда я навел вот эту фотографию с линейкой, что высветилось? 31 августа, 2007 год. А теперь триумфальный ход. В 2007 году были персики у меня? Еще раз, это моя линейка. Ее знает вся страна, потому что она разоблачила сотни плодопитомников, таких же, как ваши, мошеннические. Смотрим дальше. 2007 год.
Видите? А заранее, когда вот так, когда прислонишь, ну, я вам показал как, высвечивается, я сразу раз под аппаратом снаружи экран снимаю. Тут все честно. 2007 год, вон они персики, видите, нет? Так. А, это чьи? Выше крыши, видите? 2008 год. Ну, ты мог не видеть, ты же ко мне приехал-то в 2014 или 2013. Вот, 2009 год были. Так. А вот это знаете кто? Это Турсун Полотно-Скобилов, кандидат наук, заведующий лабораторией у меня в саду. Его тоже я обманул? Или я выдал персики за его, у меня тоже такие длинные листья. 15-й год. Не было у меня персика? А? Мошенник. Вот. 14-й год. О, вот тот самый 14-й год. Вот это Дускобилов. У меня есть фотографии лучшего качества. Это с экрана. Это чтобы показать вот этот вот, вот эту табличку, на которой высветилось. 14-й год, а? Мошенник. А это кто Дускобилов? 15-й год. Это персик, нет? Смотреть глаза. Дальше. 16-й год. Это мой персик или чей? Или бабушки соседской? Вот. 16-й год. 17-й год. Это чьи персики? Вот она, калитка моя. Вот. 18-й год. Это чьи персики? 18-й год. Это персик на этом. На войлочной вишне. Вот. Ладно, вот эту пропускаю. Вот. Теперь смотрим дальше. 19-й год. Опять персик. Самое интересное, что здесь не все. Вот. 19-й год. 19-й год. Это я уже персиками торгую. Я железом. Видите, вот она посылка. Это я торгую. Вот. Только у меня настоящие персики. Действительно 40 градусов держат. Они же у меня привитые. Вот. 12-й год. Опять персики. Вот смотрите, сколько тут фотографий персика. Видите? Вот. Опять 2007 год. 2007 год. Видите? Вот дальше. Вот это вот. Их как-то тут не так отпечаталось. 2024 это я с экрана снимал. Вот они, персики, любуйтесь. Только какой год как-то проскочило. А вот его уже есть. Значит, 15-й год. Это как раз после вашего приезда, когда вы персиков не обнаружили. Вот. Еще 15-й год. Опять персики. А это. Ох ты, елки-палки. Обидно, такой хороший снимок, и нету этой даты. Ну, я вам так скажу, это 15 или 16 год. Вот, это сын фотографируется, 16 год. Вот, 15 год, Туршут Полотно-Скобилов. Левее цветущий персик с моей невесткой, придачу. Вот, так, 20 год, вот они персики. Так, 16 год, вот они персики. Ну, все, разброс, некогда было фасовать. 16-й год. Мои персики, нет? Смотри глаза. А это моя фотография, она была украдена одним из, такой же, как Мальков, и также в «Друзья лес», также. А потом мои фотографии у себя выставил на сайте, как его. Вы эту фамилию не сможете разобрать, ну и не надо. Вот, он свое получил в свое время. Да я-то Мальков со мной связался, но не мог промолчать. Ведь ты же себя нагадил. Вот. Это журналистка. Смотрите. 17-й год. Это приехала журналистка с Красноярска. А это приехал ко мне Шушинская, этот, как он называется? Колледж. Сельхозколледж, да, это руководитель его. Вот. Как видите, они заметили персики. Угощались. Вот. Дальше. 10-й год. Есть персики. Как, смотрите, вот они. Вот, Туршут Полотно-Скобилов с своими неукоренными персиками. 14-й год, 14-й, это год вашего предка. Как вы не заметили, а? Гражданин этот, Мальков. Ну, а дальше что вы натворили? Сказать?
сказать, это вот вы выбрали самые выигрышные фотографии колновидных яблок из интернета. Нет у вас колновидных яблок, почему свои не поставили? Не так их легко вырастить. Вот так, дальше это мой друг Тоторов, это уже другая тема. Посмотрели, полюбовались. Что мы еще имеем? Мы имеем еще следующее. Так. Мы сейчас пробежимся по вашему. Теперь надо с вами. То есть персики у меня, кажется, были. Вы сделали так, чтобы и мне не покупали саженцы. Так, нет? Вот. Согласны, нет? Гражданин Мальков. Вот он Русад. Вот он в Телеграме, ВКонтакте. Отзывы смотреть не будем, он сам их сделает. Интернет-магазин, Екатеринбург. Вот. Ага, Русад, вот он. Ну, тут легко. Мы берем самое главное. И вам вас учу, чтобы вот так вот было. Чтобы у вас было именно так, не по-другому. Нажимайте на правую мышку, зайти изображение в Яндексе. Проверяем на частоту. Видели? Видели? Итак, значит, все эти компании, их огромное количество. Вот Белостровский, Санкт-Петербург, да. И это самая фотография. Новороссийская эта фотография. Вы же поняли, а? Вот. Делается так. Где-то когда-то. Смотрите, сколько. Ой. Ну, допустим, их тут только 60. Значит, это я в плане учебы. Вот он уже серым трёпом стал, видите? Вот. Значит, вот в городе Кирове, Подмосковье, 600 рублей. Ой, чего-то только нет. Это еще импортный тут нет. Вот, самое. Так вот, возвращаюсь немножко. Знаете, как делают? Вот он, вот он, видно на это. Разворачиваем ее другой стороной. Смотрите, по другим углом. Пожалуйста, еще куча. И так далее. То есть добрая сотня сайтов, видя прекрасную вышку фотографию, в том числе и ты, мошенник, вы все. Остальные не мошенники, нет. Им нужно продать. За 230 рублей это всего лишь, господи. Вот вы черным принцем назвали. А почему нет? Вот. Врать. И вот вы все мошенники. Почему? Потому что из-за рубежа с южных краев привозят эти саженцы на валом. А дальше у меня сегодня что уже? 13-го, я надеюсь, 13-го 14-го выйдет этот самый фильм, так сказать, на моем канале будет. И вы тогда что узнаете? Вот. Я вам потом покажу еще, как перевалка делается. То есть горшки покупаются, ставятся в горшки и прощай, Вася. То есть прощай саженцы, все раздохнет. Так, посмотрели, возвращаемся, где были. Итак, я ничего не путал. Интернет-магазин Малькова. Следующая фотография. До сих пор мы видели абрикос. Этот похож на персик. Давайте посмотрим. Эти изображения в Яндексе. Вот она. О, тут и заврался парень. А почему у тебя нет своих фотографии? Господи! Найдется же выигрышная фотография, и воруют все. Было выражение, танцуют все здесь, воруют все. Тут добрая сотня их. Да что же это такое? Ростовская область. Ой. Персик стал колновидным. Ой, кстати, все ваши колновидные саженцы, что вы показали в своем сайте, это вранье. На свете нет ни одного колновидного персика. На свете нет ни одной колновидной груши. Вы что, лапшу-то вешаете? Врать-то до какого-то предела? Вы не до такой же степени. Слушай дальше, гражданин Мальков. Вот дальше не придет к тебе это. И никто тебя не посадит, и кто за то, что ты обманул тысячи людей. Вот. Жаль. Только вот так вот, чисто морально в плане. Смотрим дальше.
Если мы копнем дальше, мы увидим всего два видеофильма. На одном скромные игрушки, людей нет, крупный план, как это самое, разламывают игрушку, ой, сливку, сливку. Все, все со сливами закончили, все сливы с интернета, не фальшивые, а чужие, не ваши. Вот так же, как тут, 100 человек, из них 99 обманули вас. Привозят на валом, рассаживают, вешают этикетки. Это вся страна вот это пользуется такими. Потому что, я еще раз говорю, ребята, кто поверил Валькову, почему? Проверить это легко, вот это же проверить, это несколько секунд, я только сейчас зашел сюда. Вот. А почему это никто не делает? Наша страна, наши люди, и мы, и я в том числе. Сколько меня, извините, сказать слово на букву на ё, мне могут этот, ну, сайте заблокировать. Просто на букву ё. Вот, скажу так. И меня, и вас, и всю жизнь, почему и живем в нищете. Мы доверчивы невероятно. Вон он, Малько, почему ему нельзя верить? Он 20 минут мычал, 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 что вам показалось, что они, оказывается, не замерзли, они высохли. Чек вот этого легче, что он с его саженцы высохли. Так вот, следующее, что он показал, да, персики. Ну, думаю, сейчас мне это, переписки сказал мужик. Я видел, он показывал персики. Сейчас не буду. Это потом, может быть, специально еще для вебинара досниму. Показывают несколько персиков. Небольшие, скромненькие, так. Не те роскошь, не вот эту роскошь. Кстати, вот это вы видите, ребята, это роскошь. Вот это. Это роскошь. Персик Редхейвен. Вот это скорее будет. Правда, и в Москве, вот, в Подмосковье, в Царьсаду, тоже будет не он. Но фотография 150-граммового персика. Он показывает вот такие персики. Крупный план на столе. Людей не видно, ничего не видно. Просто показывает и говорит, такой сад. Покажи сад, твою мать. Вот ты же подними камеру. Сделай вот так, как сделаю я, например. Вот. Я каждую неделю в саду в течение многих лет. Мне-то можно верить? Это что такое? Сейчас покажу. Сейчас. Ага. Вот. Сотни фотографий, сделанные с людьми, с мальчиками, девочками, с моими друзьями, моими этими самыми детьми, с моими внуками. Вы посмотрите, ведь это же у него там такого и близко нет, и быть не может. Он нашел сад, в котором росли несколько скромненьких сливок. И это его все, что показал, весь остальной сад. Все. А вот это вот настоящий сад. Это сад железовых. А это, знаете, чья рука? Это рука внучки. Она тоже железова. Это Валерия Сергеевна Железова. Вот она. Вот это честно. Видели? Вот. А это чьи дети? Догадайтесь с одного раза. А это чей внук? Да, с персиком. Догадайтесь с одного раза. Ты так можешь сделать? У тебя нету сада. Нету. Если бы ты, я бы так не говорил бы такими словами, не кидался словами, мошенник, подлец. Но ты же приехал, ты за мной за одним столом сидел. Ты уехал из персикового сада. Вот из этого сада ты уехал. А? Таким подлым путем расчищать себе площадку, чтобы продавать южные, обреченные на смерть саженцы. А? Вот он сад, вот он. В каком году ты был? Ну-ка, давай. 2001 год. 2020 год. 2019 год. 2018 год. 2016-17. Ну? Ты когда-нибудь такие чудеса видел? Только знаешь, что такое настоящее? 40 лет отдачи, он потом какой-то мошенник тебя это самое опустил, как это? Перед всей страной заявить, что это, у него нет персиков. И хитро написать. Южный сад.
Да, действительно южный, только сада нет. Южные саженцы, тогда было бы честно. Ну, 15-й год. Здесь у меня фотографии персиков почти нет. Знаете почему? Я их показал. А, не все показал, не все, не все, не все. Вот как раз тот год, когда-то у меня был. Вот. Нет, даже не 13-й. Нет, не 13-й. 14-й, 15-й, какой-то из этих 2 годов. Когда ты успел сад вырастить, а когда ты персики довел до 40 градусов? А? Рассказывай. Вот. Фото персиков. Так. Вот это уже лучшего качества. Я вам показывал, но вот это уже лучшего качества. Это я показывал с другой целью. Показать вот эту рамочку. Вот видите? Вот такую. Вот так вот. В такой стране живем. И все это спускается, как сказать, все это спускается, ну как это самое, персик хасанский, сейчас, сад железного, ай ты елки, да что я такой специалист, вот он, видите, это ближний план, а вот дальний план, сад железного, 2016 год, не заметил? Так, теперь, а вот это вот специально нажал, знаете почему, не нажал, а подвел мышку, 2014 год. Как мог вот этот человек, уважаемый ученый, подчеркиваю, уважаемый ученый, в этом же году, 2014, заметить, что у меня персики есть? А как ты не заметил? Вот, теперь, еще раз, если взять, и я на этом буду заканчивать, я хотел не махачашка, но мне не получилось. Если взять целиком твой сайт, твой сайт, твой сайт, твой сайт. Вот. Персик Малькова. Минус 40. Жердель у него есть, оказывается, подвой. А вы знаете, что жердель, он не барзостойкий. Жердель живет только по югу России и поэтому по Украине. То, что у меня жердель растет и подносит. И дало 40 ведер в 22 году с одного дерева. Это благодаря только Маджурцу, на котором привит. Без него бы замерзнул к чертовой матери. Привез в Херсонской области. Ты где жердель достал? А? Смотри в глаза. Ты что врешься? Смотрим дальше. Итак, вы видите, уникальный. Это русат, это он. Значит, адреса его не найдете. Морду набить не сможете, когда у вас все померзнет. А у вас померзнет все. Понимаете? У вас померзнет все. Сейчас я вам покажу. Как он умудрился черешню вырастить за несколько лет. Вот она. Ну, фотографии с интернета я даже доказывать не буду. Вот они. Я их каждую фотографию сотни сайтов также присвоили. Посмотрели, да? Когда вот это, сейчас давайте сложим все до кучи. Смотрите. Вот. Вот эти самые. Это тоже с интернета. Я проверял. Потом сами посмотрим. Груши. Груши. Видите вот эту грушу? Нет? Эх, черт, ты не хочешь открываться-то. Ой, как я бы тебя сейчас... А, вова открылась. Колновидная. Здесь рядом растет ствол дерева. Эта ветка свисает. Я уже сотню мошеннических сайтов разоблачил. Достал черед вашего. Найти в Яндексе. Смотрим. Сейчас мы долго листать будем. Зачем ты присвоил эту фотографию? Правильно сказать, зачем? У тебя груши нету. Вот, у тебя магазин. Ты перекупщик. Вот не нашлось фотографии. Я таких у себя в саду сотни могу сделать. Вы мои фотографии груш видели. И назвать 100 разных колновидных груш и зарабатывать. А у меня ни одной колновидной груши, ни одного абрикоса колновидного. Даже яблони у меня есть колновидные, но ни одного на продажу саженца. Хереть можно.
Это все одно же, то есть это, компьютер не обманешь. Посмотрели, и идем куда? Обратно. Так, разобрались с грушами. Груши хороши, только не ваши. Вот представляете, что люди это? Если они действительно будут сладкие, то они просто замерзнут у людей. Ну, персики уже видели, видели. Ой, колоновидные. Запомните, вот он назвал эту колоновидную. На планете нет ни одной колоновидной груши. Ни одной. Давайте посмотрим, что слово колоновидное еще было где-то. А, нет, я вам показывал. Это тоже не ваше. Это самая раскрученная фотография колоновидной на весь интернет. Это на всей планете вот это. Все, кому не лень. Понимаете? Все, кому не лень. Вот. Не верите? Найти изображение в Яндексе. Она уже осточертела, эта фотография. Все мошенники ей пользуются. Видели? Потому что вырастить колонну, это надо быть или Железовым, и еще пару фамилий знаменитых. Ну, я уже третий там или пятый. Вот, в этом списке. И на этом список обрубается. За мной пустота. Мошенников, да, сотни. Вот они. Вы понимаете, что фотографию сделал кто-то один, да, не я. Вот. Идем дальше. Давайте еще что-нибудь найдем. Нектарины. Ух ты. Нектарин Стармай. Ну что, будем нажимать? Вы увидите еще 100 одинаковых. Вот. Ну давайте еще кого. Орехоплодные я рассмотреть не буду. Вот. Что-нибудь этакое. Что-нибудь такое этакое. Вишни, черешни смотрели. Ну что, хватит? Итак, перед нами сайт. Как оформить заказ? Есть доставка. Оплата — это святое. Контакт. Нажали на контакты. Вот. Телефон есть? Есть. Можете спросить. Тут железо про вас вот такое. Мошенника называл. Вот. Вы понимаете, что это такое? Это значит, что... Внимание. Мальков. Вот. И вот когда я вот это увидел, ну, господи, вот умеет же это самый засекреченный в мире. Я видел много мошеннических сайтов. Они присваивают чужие фотографии, они обманывают. Но такого нету. Вот же его адрес, вот он попался. Что читаем дальше? Внимание, адрес есть. Магазина нету по нему. Где магазин? Где можно зайти, посмотреть, выбрать? Вот, нет. Зачем? Ты же вышлешь. Вот. Доставка. Ну. Заказы круглосуточно. Вот. Бонусы. Все, пожалуйста. Только все это сдохнет. Понимаете? В магазине. А где питомник? А где сад маточный? Откуда это все берется-то? Вот это вот. А где саженцы? Ты хоть один саженец, ты не вот эти фотографии. Покажи саженцы. Ну что, будем заканчивать? А? Самый засекреченный сад, которого не существует. Вот. И еще, гражданин Мальков, нахрена ты это вылез-то? Нахрена ты это расчищал торговую площадку? Мало того, что подлость, ты когда-то это самое, друзья ко мне залил. Было? Вот. Нахрена было говорить, что у Железа нет персика, а значит, покупайте у меня. И как-то за три года вырастил новый сорт персик Малькова, из Хасанского, правда. Фотография-то трех. А, фотография-то Хасанского. Вот. Как ты по это смел? Ведь ты понимаешь, ты сейчас перед всем миром становишься таким этим. Ты чего ты добился? Ты что думал, Железа молчать будет? Или Железа не... А, 6 лет я молчал, я же не знал. Вот же мне прислали эту. Вот же прислали. 6 лет я не знал, что ты это самое кинул нас. Ведь не стыдно на том свете быть этот самый. Юрий Васильевич Бродский. Как не стыдно? А, -28. А уже и такого нет, и -28 нет.
Это, кстати, я еще не все показал. Дело в том, что у меня была такая ошибка. Это я как бы извиняюсь перед вами. То громко говорю, скажете, что-то еще все фотографии. Нет. Я когда показал фотографии, я показывал с табличками. Ну, примерно так. Вот сейчас. Фото персиков. Вот смотрите, видите моя фотография? Вот. Стоит только подвести мышку, ничего не нажимая, ни право, ни лево. И что здесь написано? А это 100% значит мое. Все данные, видите? Мой фотоаппарат. Мой! 26.2010 года. Вот. А это журналистка приехала с Красноярска от этого. А как она представилась? Губернская новая. Журнал губернский. Губернский журнал. Ну, как-то так. Вот. 2017 год. А ты ролик-то в 16 году выпустил, что у Железова ни хера нет. А когда она выросла-то у меня? Вот это. 2017 год. Я придумал это, нет? Смотреть ее на глаза. Еще раз. Я ничего не делал, только раз в 2017 год. А? Ну что? А вот эта фотография. 2010 год. Тоже у меня ничего нет. Тоже мне ничего нет. Так, ну что, будем заканчивать разговор. Итак, называть сейчас громко нельзя. Вот, потому что не любят YouTube, когда такие громкие кричащие названия. Потому что потом это, а поди проверь. А если я мальчик? А если у него действительно есть сад? А если у тебя есть сад? А давай так. Я, Железов, клянусь Богом, что все, что я сказал, это все правда. Вот, вылезь где-нибудь с очередным роликом, где угодно. Можно даже ко мне вылезти, это, Железов. И прошли годы, я в это время, ну, было дело, грех, жрать было нечего, продавал эти импорты. А сейчас у меня и правда есть, и не замерзает, правда, усыхает почему-то. Вот. У меня есть сад. Ну, так случилось, что я вот случайно его не сфотографировал, я случайно его не снял в фильме из моего сада. Вот. Вот это вот. Внимание, друзья. Вот это вот канал Железова. Читайте. 4, вот 4,5 тысячи видео. Это все. Воспроизведите все. Сейчас. Себя все время снимаю. Дорогая Наташа, большой тебе привет из Дубравного. Большой вот привет. Они все мы. Вот мы все собрались. У нас сегодня большой-большой праздник. У нас сегодня день урожая. Мы собрались на обед. И мы сегодня открываем наш обед вот этими замечательными персиками. Так вот, гражданин Мальков, никогда ты не порадуешь людей этими персиками. Никогда. И нету у тебя ни одного. У меня 4,5 тысячи файлов, уже не фотографий, фильмов. Для чего ты живешь? Ну ты обманом, ну ты знаешь, ведь эта жизнь все равно когда-то кончится. Я не верю в эту самую, там, четкое разделение на ад, на рай, но жизнь ты все равно вечная, ты потом узнаешь. Я был на том свете, я знаю, что жизнь вечная. А ты нет. Тебе лишь бы только еще 10, 20, 30 лет пожить, вот, вкусно поесть, и все на этом. А тысячи обманутых людей, для чего? Все, до свидания, друзья. Я, если бы я сейчас с ним высказался, у меня был бы инфаркт. У меня уже много было микро. Сколько подставляли меня. Вот. Украсть около 200 фотографий, около 200 плодопитомников интернет-магазинов присвоили мои фотографии. Вы мне верите? Еще раз показать. Я не раз показывал, с удовольствием показывал. Я первый лидер оказался, я воспринят, я оказался востребован мошенниками. Настолько хороши мои фотографии. Мошенниками. Вот что обидно. И вот за это. И плюс еще Мальков. До свидания. Дальше не могу говорить. Сейчас пойду ледом пить. Ведь скотина же ты. Ну разве можно было так человеком, которого друга называл, а? Хлеб, с которым ели с одного стола. Уже потеряна вся совесть. Потеряно уже все святое, что в этой жизни.
Ну, раз ты был у меня в гостях 2 дня, раз ты жил у меня, я тебе делился с тобой, я тебя учил. Ну. Так нагадить.